Памятник гимну города на площади Ленина опять подвергся атаке вандала. Поздно вечером неизвестный разбил облицовку и оторвал детали. Вот на этой фотографии, которая появилась в соцсетях, очевидец происшествия запечатлел момент, как хулиган спускается в метро. Буквально за секунду до этого он повредил оформление скульптуры и похитил скрипичный ключ. Напомню, памятник «Музыкальная шкатулка Ленского» установлен в честь неофициального гимна города, который играет на площади ежедневно в полдень. Этот случай вандализма уже не первый. Сейчас в муниципалитете рассматривают вопрос о восстановлении скульптурной композиции.